Вот так, пролетая над землей, Дед Мороз спешит за очередной порцией подарков для ребят в свой дом. А находится он здесь, неподалеку. Минуя сказочный пруд и замок дракона, попадаешь в усадьбу Деда Мороза. Здесь вас встречает главный волшебник, его внучка Снегурочка и помощницы Зайцы. Но сразу в глаза бросается вот эта удивительная и красивая книга. Говорят, если записать здесь свое самое сокровенное желание, оно обязательно сбудется. Попробуем. Ну, а помимо этого, можно получить мастер-класс у Снегурочки по изготовлению уникальных, красивых новогодних изделий. Снежная девочка покажет, как сделать то, из чего она сама создана. С помощью ножниц и бумаги получаются разнообразные снежинки. Каким будет узор, зависит только от тебя самого. В морозном доме все сказочно. Много игрушек, волшебный камин и, конечно, елки. Послушных деток Дед Мороз даже посадит к себе на коленки. Нам очень понравилось, очень красиво. Для детей очень много интересного. И всяких вот животных красивых Деда Мороза. Вот Дед первый раз увидел ребенок, понравился, наверное. Но не только главного волшебника повстречаешь в новогоднем путешествии. Побывав в краю богатырей, можно почувствовать себя самым сильным человеком. Оказавшись у известного пушкинского лукоморья, найти сундуки с сокровищами. Кстати, напротив находится еще одна резиденция. Вон мои грибочки, так как и отросли. Да на ступе можно полетать. Кузьма мой постоянно здесь у меня находится. В котле зелье творю, а в доме-то красота какая, ох! Все мне украсили, пойдем покажу. Посещение избушки Бабы-Яги доступно каждому. В небольшой однушке и правда все как в сказке. Есть даже сова, заглянув в глаза которой, можно загадать желание. Хоть бабуля и гостеприимная, она все же колдунья. Вот и соседскую елку превратила в железную. Кстати, в Сочи парке можно увидеть множество разнообразных пушистых красавиц. Мы использовали более 600 елок, самая большая из которых 20 метров высотой, километры гирлянд. На территории парка более 20 гектар, соответственно, все наши основные локации, 6 тематических земель, они украшены елками в соответствующем стиле. Получить незабываемые впечатления дети и их родители могут на множестве интересных площадок, 16 экстремальных аттракционах, уличных перформансах, катке и во время вечернего фаер-шоу. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.